И поучаствовать в таком хороводе не пожелал бы разве что самый ленивый. Все, кто пришел на празднование, и взрослые, и малыши, активно подключались к народному гулянию. Ведь Масленица – это проводы зимы, а она, в свою очередь, хоть и неоднократно радовала в этом году снежными подарками, однако и ей отмерен свой срок. На пороге хозяйка красоты и природного обновления – весна. Горожане уже готовы к встрече с ней. Забавы и обычаи традиционные масленичные брещения не спешат заменять на какие-либо другие, современного образца. Иначе смысл праздника будет утрачен. В приоритете по-прежнему народные песнопения, игра стенка на стенку, ледяной столб, конкурсы, викторины, ярмарки, катание на санях и, конечно, угощения. Мы живем в своем частном доме, шашлык, блины обязательно печем. Ну а вот сегодня решили выбраться в парк, посмотреть, как у нас в городе проходит Масленица. Ну, как бы весело. Как тут не угоститься аппетитными блинами, когда вокруг такое разнообразие сытных яств? Встречать праздник принято именно с этим блюдом. Оно ставится на стол каждый день в течение всей праздничной недели и символизирует солнце. На просторах парка 1 мая нашлось немало мест, где можно было полакомиться блинами на любой вкус и, отведав угощение, смело выбирать развлечения по душе. Хорошая традиция, как бы вот блинчиков покушать, порадоваться. Песни попеть немножко. Еще сегодня, тем более, снег лежит, вообще замечательно. А сюда приходите в этот парк? Ну, как бы да. В этом году начало масленичной недели выдалось очень теплым и солнечным, как в прошлом, однако это не повлияло на настроение горожан, помешало им задором участвовать в калейдоскопе традиционных забав. Масленичная программа позволяла выступление народных коллективов, танцы и игры, нововведения, увлекательные квесты, аттракционы, конкурсы. На каждой из площадок царила теплая и радостная атмосфера. Праздник олицетворяет как бы встречу весны и конец зимы, и потому важно его отметить. Важно встретить весну правильно. Мы будем есть блины, пить чай, греться, танцевать, веселиться. Судя по неиссякаемому потоку людей, которые с удовольствием принимали участие в одном из самых любимых праздников, можно смело считать, начало масленичной недели положено, а значит, и остальные 7 дней пройдут в задорном ключе с множеством традиционных забав и в атмосфере веселья.